В наступившем году это первое совещание по исполнению поручений главы региона. Всего их было дано 1500. Не самое главное – снять поручение с контроля. Самое главное – снять проблему. Проблему, которая на самом деле существует. И я надеюсь, что не нужно здесь гнаться за тем, чтобы сроки, которые определены, были выполнены. Я готов сроки и продлить, если нужно. Но главное, чтобы проблема снялась. Еще раз подчеркиваю, не поручение снято было с контроля, а проблема снята с повестки дня. Много вопросов на совещании у Вениамина Кондратьева было к главе Апшеронского района. Там никак не могут достроить воздухоопорный спортивный комплекс. Сдать его должны были еще в прошлом году. Теперь площадка просто разрушается.